Ты читер. Играем. Другое сделаю. Сегодня у нас играет Хьюстон, Байкер, профессиональный игрок в пуб, коренной самарец, 15 век, 15 век, вакантное место. У меня есть байк. А Лиза, это 15 век? Нет, Лиза, я это профессиональный игрок. Игра без старта устная. Бачок-рачок. Пакета человек. Актеры, актрисы, альтернативка, аниме-персонажи, животные, в основном котики. Киноха, Мистер Тонга, музычка, мульты, мятл, неор, нери, ебать. Астахиндрос, сирки, ютаберсы. Мы это быстро закончим сейчас. Да, на а, особенно с кликами, которые без этого. Мистер Тонго. Музычка. Не ребять. Астахиндрос. Я хочу начать закончить. А у меня байк есть, дай мне. Я даю своим брату, потому что это мой брат. У меня... Слышь? Yeah. Не ори. Кумовство. Из какого аниме? Тетрадь смерти. Больше что? А, совершенно верно. О, все, активирован. Охуенно. Так, мы играем уже? Не ори 300, да. Ебать. Где поднялся? В какой игре? Я уже забыл. Тоже аниме? А, это да. Наруто. А, нет, это не Наруто. Это... О, блядь, это твоя... же да, это академия. Твоя геройская академия, моя блядь. Геройская академия. Да, да, это она. Вы что, смотрите аниме? Да. Да. Посматриваем. Ох, нихуя себе. Хуя себе. Песню надо это сказать или все? Там когда, это, наверное, это, начинается я, с... Я знаю, слушай, а мне засчитать, если я скажу, это Cold Rain, We're Not Alone? Просто я знаю песню. Нет, нет, не засчитает. Бля, ну тогда верни очки, пожалуйста, потому что я не слышу. Тут не написано, верни очки. В первом вопросе было написано аниме. Верни очки, блядь. В первом, да, а тут нет. И мне верни. Так только. Ну, просто видите ответ. Кажется, как же ты мог не ответить? А ты веришь, что это та песня, только ты? Да, это Cold Rain, We're Not Alone, стопудово. Он, по-моему, не обрезал песни, поэтому... Ебать, она чё, полная? Поэтому, Максим, а, ты не можешь нажать ещё раз. Вот сейчас будет We're Not Alone, слушайте. Где? Я не слышу, Максим. Мне кажется, ты ошибся, да. Мне кажется, ты ошибся. Нравится наёбывать, Максим? Это коренной самарец. А можно нажать на паузу? Можно нажать на паузу, пожалуйста? Очень хорошо паузу. Радуга. Да, пожалуйста. Спасибо большое, бля, парни, вы такая хорошая публика. Какая разница, Максим, мы верим. Не, ну, просто аниме. Минус 200 дал, я не знаю за что. Да, это же не радуга. Так, у меня же плюс 200 было. Так, ответ радуга. Я скинул ответ радуга, да, действительно, запускайте. Я вам скинул оригинал. Бля, я ответил Наруто, это было Наруто только в китайской озвучке. Ты тоже не можешь, да? Название видео. Не ори, блядь, так и называется. Ну не ори, блядь, это откуда? Не ори, блядь. Нет, это не название. Вернее, очки-то, да. Это... Если правильный ответ, то... Да, я ломал. Если правильный ответ, то возвращай очки. Что надо? Аниме. Аниме, наверное. Джинсы? Она сказала джинсы. Да. Джинсы на Гаити. Это стальной алхимик. Джинсы на Гаити, да. Какой? Стальной алхимик братства. Хорошо. Братство! Ебать ты. А говорит, что опенинги не слушает. Ну, я вообще знаю только парочку, и все. Выбирай. Я могу из Ковбоя Бипопа тебя отгадать. Я тоже могу из Ковбоя отгадать. А, System of a Down, типа. Why don't you forsaken me in your heart? Название песни называется? Why forsaken your eyes? Чё, псуй? Есть. Да. Бля. Я так надеюсь, что не вспомнишь, чё псую. Так я пытался вспомнить. Да. А, понял. Давай 300. Оригинал? Да. Это Eminem Rap God. Да, это он. Бля, дай послушать. Давай за 500. Californication.
Перцы. Да. Давай, мистер Тонга 200. Почему я не мог нажать? Это In the End, Linkin Park. А, я забыл песню. Ебать, сложно, как ты это угадываешь? Да, это легко, просто нужно вспомнить песню. Я не понимаю просто. Название песни сложно. Это... Numb. Linkin Park. Да. Это понятно. Linkin Park. Сложно было. ОСТ. Остеохондроз. Телепередача. Мочинга. Это, блядь, с этой пиздой, которая, блядь, старая, короче. Давай, мочи. Здоровье вроде. Что-то там, блядь. Минусуй. Минусуй. Пойди, пойди, пойди. Сейчас напишут. Сейчас тебе напишут, да? Нет, нет, не напишут, я вспоминаю. Я закрыл глаза, честно. Чувак, ты знаешь или нет? Сделай скриншот глаз. Скриншот. Глаз. Сфоткай экран, там что нету этого чата. Чтобы глаза не отражались. Или отражались закрытые. А, жизнь здорово, во! А, ну Единственная телепередача, которую я смотрю, я не смогла ответить. Камин-аут, блядь. Вот как работает память. Давайте дальше. О, блядь. Before my body is dry. Или аниме тебе сказать? Аниме. Kill la kill. Да. Сука. Ну как? Ты с натуре анимушник, взрите в него. Он анимушник побольше, чем я, блядь. Не, ты уже все знаешься. Сложно. Это грань будущего. А СОС за 200. Интерстуллер. Интерстуллер, это круто. Часть обязательно. Блять, нет, зачем? Блять, ты чё, давай сюда. Это третий, токийский дрифт. Ах ты сука! Тысяча чертей, проклятые лоси. Да, коллега, нам повезло, что мы не совершили столкновение. Ой. Блядь. What a story, Mark. Засчитает одно, она поет тоже килокил. Я коза. Ну, музыку он, конечно, не дослужился обрезать. Зачем? I was just a kid, nothing but привет. Six. Выбирайте. Коренной самарец, выбирайте. Чатик, музыка, значит, а чё вы такие здорово, медленные? Хорошо. В чате куда есть люди? Чё он такой? Слот, это слот, нажимай. Чатик, плюс чат это ты бот. Нет, это крот. Но нужно и то назвать. Это крот? Крот. О, угу. Он ее срезал, реально? Нихуя себе. Ты просто не скачалась вся, залагала. Знаешь, когда скачиваешь, скачалась вначале. Крот в море трав.
Хороший выбор за музыка с 300. Ответ писать нет, пишите лул, не знаю, пишите смайлики. Хочу сразу, видеть смайлики в чате. Так, что это? Давайте сразу. Это Серега. О, ебать. И то, это и то Серега. Нужно. Это Ленинград, Супергуд. Да, это Серега. Муров только Серега. Жизнь здорова! Я смотрю, жизнь здорова и сужу Ленинград. Выбирайтесь. Гремучая смесь, кстати. Просто ощущение, что, блядь, на стриме три человека а было. Группа. Радио Тиви поет Eminem Drag. Вроде написано 650. Eminem Drag. Как будто ноль. Гориллаз, feel good. Инц. Ага. Incorporated. Инц. Глаз. Самая тактика терапевтов это сука, а? Не ожидал? Три раунда что ли получилось? Даже не услышали этого. Аниме персонажа. По глазам, блядь. Киноха, актеры, актрисы и животные. В основном котики. О, актрисы это последние я знаю. Ну я что, сука, а? Того самого жанра. Котики. Котиков. О, это котик. Как его зовут? А как его зовут? Мозговик, который... Это ёж! А может, ёжик? Ёж. Ладно, это ёжик. В смысле, он сказал, что ты ёж. Скидочки! У вас неплохо. Она не согласилась с тобой. Она сказала, что чувак, ты не прав, не авторитет. Ну типа я же животное угадала. Ну а ты... А что нужно сказать? Ебать. Но, как его зовут? Это же ёбаный грязи краб. Нет, да? Нет, да, нет. Да, да. Да? Я думал, грязевой краб. Нет, выбирай. Грязи краб. Котик, какие они? Не чувствую лапок. Они что потеряли? Они вьетнамские. Нет, что они потеряли? Что они потеряли? Они потеряли. Что можно потерять, но не материальное. Лапки. Но не материальное. Они потеряли, блядь, рассудок. Нет, они потеряли не рассудок. Ну это я вновь не чувствую, это блядь Форест Гамп, они потеряли друг друга. Да они нет, потеряли это... любовь. Это из Людей Икс. Максим угадывает. А, да? Я не знаю. Ну Эрик и Чарльз. Ну кто-то знает? Это котики, потерявшие веру в людей. Сложно-то. Давайте дальше. Потерявшие веру в людей. Какой? Это педрина ёбаная? Нет, какой он? Какой он? Жирный. Удивлённый. Сиамский. Нет, это далеко не себя. Жирный, говорит жирный. Он, блять, удивленный. Правильно, нужно немного по-другому. Бля, Максиму дал духе вариантов. Охуевший, скажи. Нет, ну почти. Нет. Офига, офига. Ебать. Офигевающий. Да, он. Вот это пак. Это упоротый, отвечает. Безумный, упоротый. Сумасшедший. А с матом, матом скажи. Ебанутый. Подойдет. Ебанутый. Ебноутый. Ее! Актрисы. Актрисы. Сумасшедшая. Ебать. Ебанутая. Я знаю, я знаю. Это Шарлиз Терон? Да, это она. Тестостерон? Да, она тут маньячку отыгрывает. Крутая, наверное. А это... Кэти Перри. Это из-за... Ну, мы с Артюхой одновременно сказали. О, и Де Шанель, по-моему, её... Да? Да. Да нет же. Де Шанель — это же духи, нет? Номер 5. Да. Ну да. А бешамель — это соус. Да. Да. О, Альма. Привычный. Альма? Это Натали Портман. Да. Нет, это Альба. Портмен, портовый мужик. Портмен, да. Я, наверное, дед был моряком. О, вот это Альба, точно. Это Джессика Альба. Минусы. Нет, извини, это не Джессика. Почему нет? Ну что, вы не видите? Это Дженнифер Лопес. Жена, блядь. Натали Портман, нет? Что? Минусы. Она только что была рада. В смысле? Это же она. Блядь, это же она. Это Кира Найтли, которая была дублершей Натали Портман. Блядь, это же она. Она с Карибского моря. Ошибка, нахуй. Давай, Джоли, отвечу. Отвечу, Джоли, нехуй делать. Актрисы вообще нет. Анджелина Джоли.
Тормозите. Я хочу на другой ответ. А я забыл, как его зовут. Все, минусуй. Она играла в «Белоснежке» в «Сумерках». Да. Лоуренс. Эмили Уотсон. Давай. Эдисон, у нее Лоуренс. Имя Лебедь, фамилия Лебедь. Вон, не знаю тогда, sorry. Я не знаю, я забыл. Элизабет. Анджелина Джоли. Это какая-то Кристиан Стюарт. Точно, блядь. А, Кристиан. Героиня? Кристиан. Только Свон. Кристиан. Свон. Какой Лебедь? Элизабет Свон, блядь. Лебедь. Стюарт. Лебедь. Это Крис Пратт. Так? Крис Пратт. Брэд, ты шо, актёров всех знаешь, чувак? Брэд, знал, что это Пратт. Это графауни. Ферштан Кян. Ферштан Кян. Можно фильм? Зачитайте фильм? Фильм зачитайте? Нет, не зачитаю. Поёт, слышишь, да? Это Кян? Да, Киану Ривз. Он еще потом на шпагат садится возле двух грузовиков. Это Ван Дамм был. Это немного не тот актер. Да я знаю. Это какой-то казах. Это Николас Клетка. Николас Клетка. Нет, это Кейдж. Блядь, отминусуй. Коля Клетка. Это Дред Бит. Да, 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 да. Дред Бит, пожалуйста. Спасибо вам. Аниме персонажем 200. Дред Бит. Какого аниме? Бит, блядь. Это Йоко из ТТГПЛ, Тенгентопа Гуренлаган. Я нажимал еще на синем экране, как ты мне это сделал? Я верю в себя. Я в шоке просто. И в свою веру в себя. Это... Атака на Тайтан. Да, это он. Бля, почему, когда Лиза отвечала, у меня синий экран все еще был? Что за читы челябинские? Челябинский интернет. Некоторые говорят, некоторые люди... Он любил майонез. Спасибо тебе, Курлев. Дай пожалуйста. Говорят, некоторые люди для хорошего интернета переезжают в Челябинск. Вот я даже думаю, надо туда. Что с лицом? Это Арсюха, блядь. Что за хуй? Это Лелуш, да? Аниме. Код Гиас. Блядь, что у него съебало? У него такое было, блядь. У него такое ебало было. Это ты. Ебать! Давай, самое лучшее аниме, которое я смотрел в своей жизни. Я по утрам тратил время, давай, чтобы говори, перед школой. Это «Аватар. Легенда об Аанге». Там снимались 4 книги. Первая книга была о воде. Вторая книга была о земле. Третья книга была о воздухе вроде. Четвертая книга о огне. Ты перепутал немножко вроде, ну да. В смысле перепутал? Все, блядь. Да, это «Аватар. Легенда об Ачхуе». Легенда. Об Ачхуе, хорошо. Киноха. Да, кстати, поехали. Да, это... Бля, это что такое сложное вообще? Миссия невыполнима. О, да, часть. Да, да, два. Это миссия невыполнима 2. Нет, это не миссия невыполнима 2. Ты видишь, какой молодой? Это самое первое, по-моему. Это не Гарри Поттер? Миссия невыполнима. Бля, мисс Кли... Нет, отмена. Бля, миссия невыполнима. Какая часть? Первая, может, блядь. А может, не первая? А может, сука, первая? Ух ты, байтер, понятно. Ведущий не соглашается на первом ответе. Затычь, пожалуйста, это хуй планета. Это гей-негр. С космоса? Да я тоже подумал. Ну ты думаешь, что он черно-белый? Гей-негр из открытого космоса. Точно из открытого, больше из далекого? Из далекого, да, точно. И они нигеры. Нигеры, да, они негры. Отличный фильм, за 800 давайте. Ну вы знаете Руса. Ну это же, блядь, притяжение. Да. Хороший фильм? Нет. Понял. За 400, пожалуйста. А, это... Ой, батя, как его там, да. Самый охуенный фильм, там в очко смотрит и говорят, типа, в душу смотрит, называется «Большой Сэм». Как еще раз? Тем?
Большой Стэн. Блин, в очко смотришь, что? Чужой смотрит прямо в душу. Да, чужой, точно, чужой это. Уэйн Руни в говне? Это зеленая миля. А может восьмая? Зеленая. Восьмая. Восьмая миля. Глазушки. Что такое глазушки? Типа, а ты глаза только глазушки? Сирики. А что такое сирики? Метаберсы, мульты. Альтернативка. Метол. О, метольчик. Байкер начинает. Я выбираю. Максим Шустрила. Ответ Максим Шустрила. О. Это Максим Вангай. Максим Вангай, да? Да. Я профессиональный ютубер, я шарю. Это за 1500 было? Я, пожалуй, нажму. О, блядь, я не знаю, кто это. Вот это проблема. Пусть будет Саша Спилберг, блядь. Сука! Ах ты, блядь, я тоже клацал. Бля, это какой-то гэнгстер. Это же Баженов Евгений Бэтмедиа. Нет, это 16, блядь. Надо ютубера называть. Это М16. Это М16. Я положу в тебя патрон. Именно он. Блять, это Юра Хованский? Да, это он. Неплохо вышло. Это Дрюс М16. Ой, бать, кто это нахуй? Это, блять, короче... Ну, блин, даже ничего не придумал, как пошутить. Сирики, не знаю, что это. Сериалы. О! Это легко. 13 причин, почему. Как будто парня накрасили. Нихуя себе. Да, это он. Я сотрел, да, с Данкой. Данка стрел, я сидел. Нечего делать было. Теперь это не такое. Такое. И Данка сбоку такая смотрит. Да, нормально. Часть. Блять. Да это легко, чё вы. Ну, минусуй тогда. Трек? Трек. Первый? Да. Вот этот брат, Шрек и первый, да? Да, да, да. Метол. Я думал, он забайтится, наоборот, скажет, нет, первый. Ой, я знаю. Это Judas Priest, Painkiller. Да, это он. Нихуя себе. Нихуя, я думал, там пиздец. Самая легкая песня, которую можно назвать. Да. Вспомнишь, как она называется? Это Арсений и команда «Мы рубаем по ребрик». Правильно. Это Led Zeppelin, «Эмигрант Сонг». Да. «Мы рубаем по ребрик», блядь. Лайв-концерт у нас. Лайв-версия. О, это... Slayer Raining Blood. Нихуя себе. Ты пошёл. Ебать! Ты чё? Тук-тук-тук. Ты пошёл, не знал, или что? Да. Нет, не про лайв-концерты. О, бля. Сталкер. Сталкер играл. Сталкер. Да это какая-нибудь Металлика. А какая Металлик? Какая часть? Не знаю, но я в чате уже прочитал. Металлики все песни похожи. Ё-моё. Особенно не, спокойные. Ну, зато можно музыку послушать. Да? Где не режу песни, блядь. Слушаем 3 минуты метал. Слушаем до конца. Песня не закончилась, а время на вопрос, да. Это была первая часть Металлики. Первая часть. Thank you.
Метал? Ух. Оззи Осборн Дример. Может, Мимер? Ну, может, и Мимер. I'm just a Mimer. Или стример. Оззи Осборн стример? Угу. Да. Серьезно? Нет, зачем я нажал? А часть? Это Мадагаскар. А часть? Какой? Какая часть? Блин, ну... Да, тут с частью. Ты что, вот думал? Это тяжело. Шрек, упала? Значит, Шрек за полторы... был с частью. В смысле, не даже первый? Арчуха, давай ты мне тоже как Терехи. Лиза, это Мадагаскар? Первый такой, Мадагаскар, да? Лиза. А? Первый Мадагаскар. Да. Хорошо. Я сказал как Терехи. Я Терехи тоже говорил. Я теперь тоже так буду говорить. Пока. Это... Да, я зря. Очень похоже на Добрыню Никитища. Да, но вопрос в том, что, во-первых, в каком мультике конкретно? Так просто скажи Добрыню Никитич. И? И Тугарин Змей. Нет, там Илья Муромец Тугарин Змей. Добрыня Никитич. Ну давай уже, ну что, мы угадываем, что ли? Ладно, ладно, Лиз, там видишь... И Змей Горыныч. И кто? Змей Горыныч. Если за всех перечислит того, и не знаю. А, там Алёша Попович был с Тугариным змеем. Всем кашо. Том и Джури. А какая часть? У них... Арсюха, спроси меня. Кассета номер 5. Серия 15. У меня есть уникальный ответ. Он похож на байкера, кстати. Давай. Да, Винки тоже есть. Надо чуть-чуть подождать. У тебя на Скуби-Ду мобиле, да, эта песня? Альтернатива 300. Баный рот этого казино, блядь. О, я знаю это. О, бля. Да. А песни это... называешь? Не, сейчас. Бля. Бля, сейчас. Это Disturbed Inside the Fire. Нет. Нет? Блядь, тогда... Ну, а. Тихо. Второй вариант. Ну все, я вспомнил. Ау. Блядь, ну дай нажать, я вспомнил, блядь. Дай, блядь! Disturbed? Да, это она. Да, блядь. Песни нужны. Я не знаю. Коня. Вот это вот. Декаденс, бля. Да, это декаденс. Я самое интересное, я могу. А нельзя второй раз нажать на туре? Нет. Блять, ну это, наверное, Slipknot какой-нибудь. Ну да. Какой, не все нормально. Да. Slipknot. Дай послушать, будь человеком. Понял, Slipknot, мы с Арсюхой на поребрик. Блять, послушали. Иди сюда. Серёха, ну стыдно не знать, блядь. Да я не знаю. Before Forget, блядь. Именно песни. Она крутилась на языке, бля. Громко, пиздец. Ну это стопудово In Flames, но песню я хуй скажу. Ого, ты даже знаешь таких? Да. Да, было слова песни, кстати, были. Famous Life. Я бы любую сказал почти, что бы. Кроме этой. Метро 2033? Я думаю, Максим знает. Ох, ебать, я могу в бэнде тяжело ее играть. И никто не знает? Будет формальный тайм Hand of Blood.
Ну и последний. Бля, все юбляки! Трейлер какой-то. Трейлер, блядь. О, цел дуэллер. Вообще найс. Пиши, я все шарю. Я просто в шоке. Давай, сериал. Тун-тун-ту-дун-тун-ту-дун-тун-тун. Игра престолик. Как? Ты заранее, что ли, прожал? Да. Он под музыку услышал, да, и нажал. Игра стример, не когда, битва стример. Блин, тоже это. Флэш? Он думает, что это называется? Может, красная молния, может? Ладно. Я с Крава. Зирочка. Сирень тебе любимый. Ветлячок. Серьезно? Это тоже твой любимый сериал? Нихуя себе. Ну, один из. Как бы. О, а это не Готэм? Это... Фантастические это... люди, где они обитают. Готэм! Есть такой сериал? Готэм, да. Да, есть. Финал. Короткий факт. Да. Маленький, понял, просто халявный. И плюс мы еще без этого. Да тут легко. Фальшстартов. Да тут легко. Ну тогда на все, пожалуйста. Раз легко, то да. Кто это сейчас сделал? Я. Мне почему-то это напомнило этот Питер Спикена запикал. Сейчас, короче, будет. Да, вычислите бесконечность. Внимание, вопрос. Как зовут обезьянку? Вау, я не сотрю аниме. Блядь, анима. О, Радуга у нас с нами играет вообще. О, нихуя себе. Даже я, блядь, не знаю, как ее зовут, нахуй. Легко. Легко, пацаны. У него колокольчик кошачий какой-то. Ага. А почему не было выбора, блядь? Хочу выбор. Пырка, блядь. Пак сделан на коленке. Пырка. Блядь, там писали... Что? Нет. Ебать. Вы когда увидите полный ответ? Смотри. Чичи. Нет, это тоже не чичи. Обезьянка чичи воровала кирпичи. Да это она по-любому, блядь. Что ты начинаешь? Бля, я за ее зовут легко. Спасибо за подсказку. Мы видим, блядь. Сука, переместился на 15 лет назад. Сука, ты чё, верни. Обучи. Не, не обучи. Бинго, бенго, бонго, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. И Теренти? Апу. Автопака, блядь. Тоже нет. Ее зовут всего лишь... О, блядь. Это из Гинтамы. Как ее звали-то? Джигем говный кит. У меня до сих пор ставка 8600, Арсюхи. Говорит там. Джигем, Джигем говный кидатель, несчастная двухдневная душа трусов Шинчана. Бауман Квизариум, Исаак Шнайдер. Треть истинной любви, две трети тревоги о красе ногтей. Нихуя себе, блядь. Предательство знает твое имя. Байкер это. Пропущенный звонок, кальмар, рыба, молот, топорик, карп, пескарь, рыба, молот. Это другая рыба, молот, я говорю о пятнистой акуле. Калуга, морской черт Минога. Ютэми, яо, кимукоу. Стремительная диарея. Обнаружили в канаве с перерезанной глоткой. Следователи не выехали, потому что нахуй его.
Легкая победа. У меня на самом деле из байков мопед. На самом деле. Наебываешь людей. А на самом деле хоть какой-то пак.